Всем привет! Вы наверняка знаете, что компания Iron Mind выпускает кистевые эспандеры, пружинные вот такие вот, которые называются Captain of Crush. Но также еще компания Iron Mind выпускает кистевые эспандеры вот такие вот с гладкой ручкой. Да, значит, эти эспандеры, они называются «Зенит». Я вот запамятовал, посмотрел, как они называются. Да, вот такие вот. Видите, без насечек. Они тоже, как и Captain of Crush, имеют маркировку. Вот, значит, есть «Зенит» 1, 2. Вот, в данном случае «Зенит» 3. Вот мы сейчас будем его пробовать закрывать на видео. Да, ну эти эспандеры, они вот такие вот. Менее жесткие, чем Captain of Crush, но они тоже помогают при подготовке к сертификации на закрытие Captain of Crush. Ну вот давайте сейчас я продемонстрирую, как можно закрыть кистевой эспандер Zenit от компании Iron Mind номер 3. Да, вот такое закрытие. Вот вы видите, значит, ручки сомкнуты. Да, вот трешечка, значит, закрылась на правой руке, по крайней мере. Ну, сейчас попробую на левой. На левой, может быть, тоже получится. Не знаю. Вот. Трешечка на левой. Ну, на левой трешечка тоже закрылась. Ну, что я хочу сказать. В принципе, неплохой результат. В следующий раз будем штурмовать Captain of Crush 2.5, а за ним Captain of Crush номер 3. Спасибо за внимание. До скорых встреч.